Я отходил, теперь я вернулся. Продолжаем. Будем считать это как за третью серию. Так, давайте продолжаем рейтинг. Я вот помню, уже говорил, когда я играл с Black Bunny, что однажды я открыл ящик, и мне выпал пистолет 5.7 Kami. Ну, Counter-Strike Global Offensive, кто знает, да? Там такой. А мне выпал этот невероятный пистолет, который я открыл из ящика. Это было 90 рублей, считайте, поменял на, ну, вот на 2-3 рубля, там донного качества. Вот. Привет. Затем, сегодня, имея 90 рублей на Стиме, я долго думал, открыть мне ящик или нет. В итоге додумался. Ну ладно, хорошо, открою. И тут, вдруг, абсолютно неожиданно, мне снова выпал этот грёбаный пистолет. Я его просто ненавижу уже. Просто такой конченый, просто, блин. Слов нету. Второй раз, один и тот же пистолет. Такого же качества. Опять 90 рублей. Это как 180 рублей поменять на 5. Это все прискорбно. Ну ладно, давайте вернемся к Хардстоуну. Так. Против меня играет чувак, персонаж Гул'дан. Этот мэн. Как мне кажется. Не знаю, как является на самом деле. Мне он кажется слабым персонажем, особенно его вот эта вот способность. Вы берете карту и получаете 2 единицы урона. Эту способность можно пользоваться только когда у тебя все хорошо в жизни. А если ты проигрываешь и у тебя не хватает карт, то она тебе очень сильно мешает. То ли дело моя. Наносит 1 единицу урона. Но мне кажется, есть персонаж, знаете, как в доте, контрпики. Что типа, если против меня поставить Рексара, то у него будет вот эта способность сильнее, чем моя. У меня 2 единицы урона, у меня 1 единица урона. И это немножко напрягает. Вообще, я тебя сейчас убью в следующий ход. Он еще не знает, с кем связался. Камень, падай. Падай. Ну ладно. Ну что, ты готов к смерти? Я уверен, что да. Потому что... Так вот. И кого-нибудь давайте превратим в овцу. Рискнуть нет. Нет, ладно. Лучше превращу в овцу. Я думал использовать вот это, вдруг выпадет провокаторы. Но потом. Так, гончий негр и этот чувак.
рыцарю Штормграда. 6 единиц урон наносит. Но я не хочу эти 6 единиц тратить там какого-нибудь из них. Хотя я так подозреваю, что придется. Ну ладно, дайте на персонажа все-таки потратим. Может, это, конечно, моя ошибка, но реально жалко. Смотришь, у него... Блин. Ну, это вообще грустно. По-моему, здесь все-таки проигрыш. Такая быстрая у нас игра получилась. Да нет, все. Нет у меня карты, которые мне нужны. Хотя, если бы выпал мне... Ах ты, барашка. Хотя, если бы мне выпала волна огня, то, скорее всего, я бы мог еще выиграть. А так это все прискорбно. И я проигрываю. Ничего. В четвертой части мы непременно отыграем. Ну ладно, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Супербабушка. Всем пока.